Те, кто занимается биологической медициной, говорят, что депрессия возникает потому, что есть сдвиг нейромедиаторов, допустим, их становится меньше или у них какой-то дисбаланс, и это причина депрессии. Но дело в том, что всегда исследуют ситуацию, когда депрессия уже зашла далеко и находят этот сдвиг. И неизвестно, что является первичным. То ли этот сдвиг был в начале, и он обуславливает депрессию, или наоборот, появляется депрессия, она обуславливает этот сдвиг. С точки зрения стратегического подхода, первично то, что у человека происходит в мышлении, и это меняет физиологию. Ну или оно, по крайней мере, происходит вместе. Иногда сложно выявить, что вперед, что после. Но даже если антидепрессант работает, он работает на каком уровне? На аффективном, то есть он меняет настроение в какой-то степени. Но мыслительная конструкция, система верований, убеждений, все то, что приводит или приводило к депрессии, она же не меняется под действием лекарств. То есть, как минимум, если мы отменяем препараты, то, что работало раньше в голове, то, как человек думал, скорее всего, вернется, или оно и так работает, и опять приведет к таким же последствиям. Поэтому важно менять не только настроение, но и то, что его обуславливает.